Сохранить зеленую зону или решить проблему пробок. Жители района вышли на митинг против строительства магистрали номер 7, которую планируют проложить через удельный парк. Оппоненты считают, без новой трассы не обойтись. Магистраль номер 7 появилась в плане развития Ленинграда еще в 60-е годы. Проект трассы в правительстве начали обсуждать в 2005-м. Первые митинги в защиту парка прошли в 2012-м. В правительстве жителям района сообщили, что в течение ближайших 4 лет документы готовить не планируется. Однако в этом году началось формирование трассировки и финансового предложения инвесторам. За последние годы парк и так, в общем, тает на глазах, потому что сначала это была застройка по краям, элитное жилье и, соответственно, торговые центры. Потом, значит, к этому прибавились поля «Зенит». Сторонники строительства магистрали считают, что без появления дороги район задохнется в пробках. В советское время ограничивалось население города, ограничивалась продажа автомобилей. Сейчас совсем другая ситуация. Только и слышно, что пробки на Самсоневском проспекте, на Литейном мосту. Сторонники строительства пояснили, что магистраль пройдет вдоль железной дороги и будет непрерывной, что поможет снизить количество выбросов. Защитники парка считают, что в магистрали номер 7 на данный момент нет необходимости, так как появилась кольцевая автодорога и западный скоростной диаметр.